Олай қарай, шығыңыздар. Вообще была закрытая встреча изначально. Ну все равно, есть же он вот так листает, ему показали, он там улыбку натянул и дальше пролистнул, и все там. И улыбнулся вот так, как всегда, и все. Выходим все, кто встречает, выходим, пожалуйста, поймите нашу работу. Юмор в том, что изначально сотрудники аэропорта пытались как-то выгнать людей, но как началась музыка, сами стали снимать. Я думаю, что у них уже не получится чего-нибудь здесь сделать такого. Я рядом стоял, когда он травму получил, когда он приземлился за... Ну там, звук закричал он, и... Сейчас Шавкат звонит, отвечу. Че там? Как ощущения? Спонсором данного видео является Alimbet, букмекер номер один в Казахстане. Широкие линии на все турниры по ММА и другие спортивные события. А еще у Alimbet действует акция для новых игроков. 100% кэшбэк на первую ставку. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии под видео, читайте все условия и погружайтесь в мир спорта на полную. Сел за монтаж, и нужно рассказать вначале несколько слов о том, как проходила встреча Шавкат Рахмонова в аэропорту. Встреча должна была быть закрытой, было всего несколько СМИ, это были телеканалы, вот мой YouTube-канал позвали и, по-моему, кто-то еще. То есть, ну, в сумме было человек 8, может быть, 10, именно журналистов с камерами. Вот, но в какой-то момент я решил пойти за кофе. Встреча должна была быть в VIP-терминале, вот что важно. Я пошел за кофе в обычный терминал и увидел там огромное количество батыров, сейчас вот будет эта съемочка, увидел огромное количество музыкантов и огромное количество людей, которые Шавката ждали. Кто-то слил информацию, и люди поняли, что нужно ехать в аэропорт, узнали, какой будет рейс, когда встречать Шавката, и людей было очень-очень-очень много. Вы увидите чуть дальше, сколько было людей, только в VIP-терминале, вот, потому что потом еще и с обычного терминала, да, не все люди пошли. Так вот, возвращаясь в VIP-терминал, я уже понял, что, наверное, будет очень сложно снять Шавката, потому что люди в какой-то момент поймут все-таки, что он в VIP-терминал прибыл. И так и случилось. Что интересно, случилось это так, кто-то позвал вот этих батыров в национальных костюмах, ребят, двухметровых, и они как такие красные флаги, за ними весь народ погнался, и в итоге в VIP-терминале было, не знаю, больше 100 человек, и все прибывало и прибывало туда народ. Вот, и что дальше произошло, смотрите сейчас. Итак, друзья, приехали встречать Шавката. Вообще, мероприятие должно было быть закрытым, но так вышло, что кто-то пустил в интернете слух о том, что Шавкат прилетает. Мы в VIP-терминале, здесь не так много народу, вот, но при этом вот уже люди тоже поняли, где нужно Шавката искать. И вот как это все происходит. Сейчас я переверну камеру. Вот только что здесь было человек 10, были телеканалы, а вот теперь, сами видите, что охрана, ну, пытается что-то сделать, но ничего у охраны не получится, очевидно. Дамбристы, вот там вот батыры. Вот. А вот оттуда должен Шавкат выйти, собственно. Ждем. Есть ощущение, что в таком состояние интервью будет сложно взять, людей, очень много людей реально пришло. Ну, это и круто, конечно, но надо было это не в VIP-терминале, наверное, делать. Так, ты меня перекрываешь? Я тоже. Да, я тоже, но я раньше пришел, а ты теперь передо мной стоишь зачем-то. Ну, страшно есть. Все, они приземлились, уходят. Былай қарай, шығыңыздар, құрметті күтіп алушылар. Сыртқа шығады ғой, былай қарай. Операторларға болады. Все, выходим, пожалуйста, встречающий, там вас встретите. Жол беріңіздер, нас шығатын адамдарға. Шығы көрмейді. Снаружи, пожалуйста. Былай қарай, шығыңыздар.
Короче, юмор в том, что изначально сотрудники аэропорта пытались как-то выгнать людей. Но как началась музыка, сами стали снимать. Я думаю, что у них уже не получится чего-нибудь здесь сделать такого интересного. Вот, будет такой немножко веселый хаос. И в таком вот настроении встретишь Шавката Рахмонова, люди отсюда уже, конечно, не уйдут. С грустью приходится признать, что их работу сегодня не поймут, а так, конечно, жалко. Ребят, да, бывает. Как ощущения? Шавкат бөлмей түсіп алады. Шавкат! Вообще была закрытая встреча изначально. Ну, как минимум, это весело. Так, сами все видите. С эксклюзивом пока что не очень. Но мы попробуем, мы попробуем. Да? Сейчас его я подправлю. Да там жестко было. Вообще сначала, когда я приехал, было типа человека два или три, не знаю, нас было пятеро, может быть. В какой-то момент я зашел туда посмотреть за кофе и увидел, что там огромное количество народу. И потом понял, что все, Шавкат и не выйдет оттуда. Так вот. Это другая сторона славы, да? Чем больше тебе выигрыш, соответственно, сколько больше народу. Раньше так и было, мы человек 20-30 максимум встречали Шавката, да? Команда первое время.
с каждым разом популярность растет. Поэтому это неизбежность, как говорится. Не, на самом деле очень приятно. Смотри, сколько детей, сколько ребят, молодежь, сколько. И у нас есть новая звезда в нашем казахстанском спорте. Мне кажется, уже после встречи АСУ, которая тоже была большая, там на 100 больше даже человек, можно было предположить, что на Шавкат придет еще больше. Да, согласен. Ну ничего, у АСУ, АСУ только начинает тоже, поэтому я думаю... Не, вообще, у нас же и менталитет такой. Всегда наши болельщики всегда очень сильно поддерживают наших ребят, спортсменов. Очень приятно. Майами я был, Майами я был. Что, Баур, как впечатление? Четко, супер. Что-то холодно у вас, непривычно, пацаны. Непривычно, пацаны. Да, хорошо. Пару слов. 20 полчаса. Полчаса подойти. Первый раз секундировал кого-то на UFC. Каково? Четко, вообще все нормально. Я думал, что будет какое-то волнение. Волнения не было. Не в первый раз. Так что, ну, все хорошо прошло. Настраивался, просто я настраивался, чтобы не поплыть. Там важно было, чтобы мы не поплыли, ничего не забыли, там столько пресса, суеты, Трамп рядом, так что надо было собрать себя в руки, вот все и собрали, отработали четко. Вот по бою первый раунд так прошел, по сути, не так, как все ожидали. Вот ты волновался после первого раунда? Нет, я после первого раунда, я в начале первого раунда волновался, но когда он его прижал к сетке, когда он контролировал, доминировал, уже было понятно, что он сейчас навяжет, и все. Мы рядом были, по глазам Томпсона было понятно, что он чуть-чуть все-таки потерянный. Ну, видно же все равно, когда человек такой неуверенный в себе. Ну, так что мы это видели. Он прижал, и все. Так что, ну, волнение, конечно, было. Не сказать, что не было. Волнение у меня было, где вода, где лед, где это, лишь бы ничего не забыть, там, капу, там, чтобы это. А так... Все нормально было, все по плану. Давай по травме чуть поговорим. Ты когда не узнал? И... Я узнал, я рядом стоял. Я рядом стоял, когда он травму получил, когда он приземлился за... Ну, там, звук закричал он. И сейчас Шавкат звонит, отвечу. Че там? Алло, че там? Ау. А чемоданы кто передаст твои? Через кого? Да, да, передадим, передадим, да. Пацаны отвезут, давай, давай. Да, есть здесь, Ванда. Все хорошо. Давай. Даже чемодан взять не получилось, да? Да. Да, передадим. Давай что про еще? Травму, как она произошла? Травма, кроссфит был, суббота была. Я ему говорю, давай побегаем, а он давай прыгать там, есть же кроссфит, там что-то в зале. И все, рядом приземлился, травма сразу опухла, повезли в больницу. Там страховка, с деньгами решали вопросы, там... Кто будет делать, как будет делать, кто-то хвалит американскую медицину, кто-то говорит плохо о ней. Ну, там наши казахи есть, друзья, они оперативно сработали, отработали, поехали, повезли в больницу. И первый же врач сказал, что трещина, просто сказал трещина, мы в шоке, он ходить не может. Повезли к другому, другой уже сказал, а у Шавката здесь врач был в Караганде, по-моему, то ли в Алмате. Его ж незнакомый врач, он этот снимок ему отправил, и к другому зашли. И вот мнение второго врача и шавкатовского врача, карагандинца, совпали. Он сказал, что это старая трещина, это может быть связка где-то опухла, так что, ну, посмотрите, 3-4 дня. И мы для себя поняли, если за 3-4 дня он не сможет ходить вообще, то, понятно, надо будет сниматься. А если вот с первых дней там пойдет улучшение, вот опухоль спадать начнет, он начнет хоть... хромать, ходить, то, скорее всего, снимемся. Ну и он начал ходить уверенно. Мы, конечно, все молчали эти дни, переживали. Ну, там, лед прикладывали, там, таблетки, антибиотики, мази, МРТ, физио. Килклифф тоже четко отработал, зал Генри Хуф. Конечно, там в клинике есть, в Килклиффе, в Стэнфорде есть физиокабинеты такие. Они сразу всей командой на него напали. И вот там до тренировки за полтора часа мы выезжали, делали физиолечение. Потом тренировка. И после тренировки там упражнения, там лимфоузлы там укрепляли ему. Ну, там свои медицинские, короче. То есть 3 часа мы в день до тренировки и после мы именно связки укрепляли, физио делали там.
Ну, то есть нормально. Блин. Фото, видео есть. Покажем потом. До этого не хотели высылать. То есть. Мне присылать. Да, пришлю там. Ну, как бы такая суета. Две недели мы точно молчали. Может, не может, но ходили. А кто точку поставил вот в решении выходить на бой? Сам Шавкат? Он поставил, да. Он понял, принял. Мы, конечно, могли говорить, ну, там, кто-то не то что отговаривал, там, смотрели, а вдруг ты не сможешь сделать то, что ты хочешь. Понимаешь, да? То есть Томпсон там не подарок образно. Он будет ждать, что ты будешь бороться, сам проход. Ногой пинать, там, он же может все и пинать, и проходы делать. И, может, думали не рисковать. Но Шавкат чувствовал ответственность. Больше, ну, много работы провели, много ответственности. Казахстан смотрит, там, заявили День независимости в этот день. Там, ну, шеф, там, он стеснялся шефа, блин, что он скажет, как, блин, туда-сюда. Ну, на характере. Тогда план поменялся. Сели обратно, Генри Хуф, там, борцы, Эдуард, Азиз, отсюда мы начали советоваться, что будем делать. Ну, надо было план на бой менять. План на бой поменяли, то есть, там, правой пинать, он, этот, как бы, лауки бить не будем, там, ну, посмотрим. Шавкат до конца просто был чуть-чуть, ну, этот, сконцентрирован на бой. И все, там, исключили просто лауки пинать, там, ногу. Он сказал, мне лишь бы прыгать, и все. А так мы лапы били, там, за 10 дней он не прыгал, до боя не прыгал. Мы думали, хотя бы на 3-4 неделе, лишь бы он прыгал, ну, на татами, да. Да, челноком ходил бы там, и все там. Даже высоко прыгай, не прыгай, там, все диктовали ему, все пробовали. Там. То есть это и больше не спарринга, опасались, лишь бы она зажила, хотя бы ему передвигаться, ну, все. Шавкат сейчас занял третью строчку в рейтинге полусреднего веса. Как он эту новость воспринял? Спокойно, он вообще не эмоционально, вы же его знаете. Ему все равно, я же он вот так листает, ему показали, он там улыбку натянул и дальше пролистнул, и все там. Все. И улыбнулся вот так, как всегда, и все, без никаких эмоций. Когда он готов будет вернуться и... К лету. Ну, по его словам, к лету, я забегать вперед не буду, ну... Я уже спрашивал, вот только что полчаса назад, чего, когда поедем, ну, летом, скорее всего, туда-сюда. Сейчас отдохнем, после Нового года я уже тренировки начну, ногу надо еще все-таки лечить, она до сих пор опухшая. Вот если сейчас снять ее, ну, вот если то есть сейчас посмотреть, она до сих пор опухшая, понимаете, то есть она, ну, не прошла точно. Спасибо всем, кто смотрит наше видео, но мы существуем не только в YouTube-формате. Настоятельно рекомендую подписаться на наш Telegram-канал, где мы в прямом эфире вместе с вами смотрим и обсуждаем турниры UFC, Bellator, ACA, PFL, ONE, Fight Nights, RCC, NAIZA и многое другое. Постим самые свежие анонсы из мира MMA. Также подпишитесь на наш Instagram-канал, где мы проводим прямые эфиры, отвечаем на вопросы зрителей и освещаем инсайды с турниров. Еще у нас есть ВК, у нас есть еще и Дзен. И много чего другого. Все ссылочки будут в описании к этому видео. Хочется сказать вам огромное спасибо за то, что вы нас смотрите. Каждый комментарий, каждый лайк очень для нас важен. Мы на все отвечаем, все смотрим. Кроме того, вы можете нас поддерживать и материально. Также реквизиты у нас в описании к этому видео. Спасибо вам и до скорых встреч.